катушечке 200F шпуля в трех цветовых вариантах. Мы все достанем и посмотрим. Катушка для небольших удочек, для несильных нагрузок. Если вам нужна спиннинговая снасть серьезная, конечно, они не подойдут. Вот, но для поплавочных удочек, небольшой рыбы, они идеальны и очень дешевы. Они сделаны из пластика, поэтому они стоят так недорого. Имеют минимальное количество подшипников, а именно один. И различные цветовые решения. Мы продаем конкретно 4 цвета. Зеленый, золотой, синий и красный. Покажу вам поближе катушки. Эти катушки очень доступны, стоят минимальных денег. Поэтому, конечно, здесь не стоит ждать большого количества подшипников или металлических элементов. Шпуля тоже пластиковая, хотя и кажется, что металлическая. Болт пластиковый, количество смазки минимальное здесь. Поэтому эти катушки желательно смазывать. Видите, смазки у нее есть. Видите, вот смазка, но она минимальна. То есть экономит здесь на многом производитель, чтобы дать такую хорошую цену. Достаточно тугой механизм, не сразу получилось, чтобы сработал. Видите, здесь не сработал. Такие вещи бывают, регулировка требуется некоторая, но в основном проблем с ними нету. Здесь все хорошо. Так, что еще интересного? В общем-то, ничего здесь интересного быть и не может за эти деньги. Но она наматывает леску, для чего она и предназначена. Так, вот значение по леске.